Кемеровской области с обрыва упал вахтовый автобус, перевозивший шахтеров разреза Распадский. 6 человек погибли, еще около 20 получили травмы. Инцидент произошел примерно в 100 километрах от города Междуреченска. Как сообщили в экстренных службах, автобус съехал с технологической дороги на территории разреза и, перевернувшись, упал на крышу. Данные о том, с какой именно высоты он упал, расходятся. По одной информации – около 10 метров, по другой – более 40. Причины аварии устанавливаются. Дело было передано в Центральный аппарат Следственного комитета. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Следствие начало проверку, в ходе которой предстоит выяснить, проходил ли водитель медицинское освидетельствование и в исправном состоянии был ли автобус. Все пострадавшие доставлены в больницу. Состояние 4 оценивается как тяжелое. Они находятся в реанимации.